Итак, друзья, всем привет! YouTube-канале Дмитрий Уфоди, и мы посмотрим реакцию на «Не засыпайте в театре Питере». Не знаю, это такая страшилочка небольшая, опыта от Акшери. Такие блогеры топовые есть, такие америкосы, правда. Но я вам переведу, не переживайте, я вам все расскажу. Ух, будет страшновато немножко, чуть-чуть совсем страшновато. И, кстати, я вам расскажу. Не скажу, как, где в конце, в начале, в середине. Мой самый большой страх. Вы об этом узнаете. Ну все, погнали. Что тут у них есть такое? Типа, он едет и говорит, почему ты хочешь идти в этот дом? Там сестра попал. Ой. А вот сам Пити, короче, такой, да, идет. Такой, твой родитель, знаешь, что ты здесь? Колонка здесь. Ведро. А как он ходит вот этот? Ты что, маска? Опять они спят. Почему они вечно спят? Что, слушай, как они боятся? Манки. Опа. Это такая у них предыстория, что будет в этом видео. Видишь, вечно этого напарника, вечно хватает этого постоянно. Куда-то вечно у него в неприятности. Они вечно спят, и очкарика вечно хватает. Ёшкин кот. Я чуть-чуть не это, дисклеймер. Привет, Ксарми, давайте наберем 100 тысяч человек. За следующий эпизод должен быть выпущен, поэтому мы получили электронное письмо от как девочки Бека, чья младшая сестра Келли недавно пропала. Так, пропала. Видео с кассеты. Опять, нет, присылаешь вечное же видео. Так что приходите в театр, плиз. Ти-ти-пити. Да. О, вы заметили? Напомните, не говорите сейчас своим родителям. Вот так смеется, да? Это у нее инсульт, наверное. Бека думал, что это заставили пойти в этот театр, и поместить, знаете, сестры, еще несколько человек в этом районе сделали. То есть, короче, не ходим в театр, и никто не пропадет. То в обязанности Бека думает, что записи может иметь к этому отношение. Бека так любит свою младшую сестру, и не знаю, что в том, чтобы мы ее вернули. И мы собираемся сделать это. Поехали, вечер не едет. Так он в фоне там задан, страшная музыка такая. Ту-ту-ту. Братан, почему ты хочешь идти в этот дом? Нас не приглашали, потому что Бека говорит, что твоя сестра пропала, она могла быть там. Тогда почему она не ищет ее сама? Мы даже не верим, что это место настоящее, братан. Ты видел кассету, которую нашла Бека? Ну, короче, в таком духе, то они там говорят, что типа мы едем, сейчас мы узнаем, найдем, спасем. Поставим, как обычно, две камеры, тут очкарик что-нибудь. Окей. Слушайте, мне кажется, что вот это постоянно, эта дорога у них постоянно. В каждом ролике у них это та же самая, одна и та же самая дорога. А мне кажется, что... Займем места здесь. А почему они ружье никогда не берут с собой? Пистолет не берут. В Америке все можно, а они не берут с собой. Вот так. Прикрывали бы тут. Вот боятся камикадзе идти туда, такие, типа, позиранцы. Там видно же, что какой-то чувак вообще с ним, да? Опять заброшка. Братан, веришь, что это место? Ну, конечно, здесь уверен. Тут написано «Дом Пити». Вот написано прямо сразу здесь. Театр Пити. Кошмар. Вот такие вопросы спрашивают. Типа, ты, братан, ты уверен, что это дом Пити? Нет, блин, это дом Деда Мороза, блин. Опа. Я тоже такое хочу себе лили. Вот что? Чувак, что это за место? Я не знаю, что это, братан. Питти Пэлс. Смотрели, нет, только мультик Питти Пэлс кто-нибудь, нет? А где сейчас? Кто кинул мяч? Почему камеру вниз-то? Нет, не открывай. Бро, ну, брат, понятно. Место странное, только что видел, что там яму для шариков, да, я имею в виду, что мы немного беспокоят украшение этого места. О, часы прикольные, кстати. Я такие же часы хочу себе. Я хочу свои часы. Кстати, самый большой мой страх,
Я боюсь фильмы ужасов. Я никогда не смотрел фильмы ужасов, потому что я боюсь ужасов. Вот, чтобы знали. Просто мы приехали, мы даже не пытались найти Ким. Ху-ху из ху! Петти? Петти? Ты не Китти, ты Петти? Петти из Playhouse. Ты вроде знаешь, что ты здесь. Наши родители... Вот скажешь, тебе нет, мои родители не знают об этом. Но подруга Келли, они здесь, у нас могут здесь. Питти, Питти, Питти. Почему вообще переводят как Китти? Если она Питти. Поиграть. О, я поиграть люблю. Так, соглашайся поиграть. Я люблю поиграть, соглашайся. Музыка такая опять на фоне. Я знаю. Где твой друг? След за мной. По страшную музыку. А такой, окей. Чувак, сделай, ты действительно хочешь сделать за этим парнем? Давай, давай. Тут куда идем? Все, он помнит. Ты че? А этот скрипт такой не... Они сами вставляют или просто так, думаю, реально скрипит? О, надо поправить, там ремонт делать. Что, кто-то здесь. Ну, давай, типа, пройдем эту комнату. Nice boys from... Комната... Парней. Это что за комната, парней? Типа красить, типа покрасить. Раз ты не отвечаешь на мой вопрос. Вы парочка непослушных мальчиков. И у него бух, что ли, зачесался живот? Или беременный? Или глисты? Пусть. Парк, куда мы идем? Мы уходим. А куда ты? Ты заблудился, пацан, пацан. Братан, что случилось? А вот лего собрали тут. А ты не пробовал там по стене ударить? Да. Или разобрать? Да вон она двинулась. Ты что-нибудь? Типа заблокируем дверь начал. Почему вообще как с этим начал? Не задавался вопрос. Да. А пацан стоит, держит эту дверь. Ладно. Что страшного, не будем на это больше внимания. Ура, мы в ловушке. Здесь другой выход. Сейчас найдем. Держись. Кажется, дом совсем другой. Они где снимают, они тот дом, который они зашли, который они зашли. Совсем другой. Парня здесь тоже заблокировал окна. Ты открыл одно окно, следующее откроем, там же зазор есть. Не выбрался, как запрет. Давай попробуем тебе выбраться. Чувак, наверное, здесь застряли люди. Слушай, я собираюсь установить несколько камер. Братан, нет. Нет, их заперли в доме, они будут, я установлю несколько камер. Вот вопрос, логично с там? Я там типа это... Камеры поставлю и потом посмотрю, когда меня убить, я посмотрю там видео, да? Ну ничего страшного, я посмотрю, все на том свете я посмотрю. Вот и ничего, геологии, где мы? Я камер в этом доме. На окошко. Опа. О, картину. А ты не обрати внимание на картину-то, а? Ему лишь бы камеры поставить, а на картину внимание не обращает, там же подсказка была. The event. Что за... Страна телевизор Земля, это страна телевизоров. Что здесь такое? Пластик? О! Так типа скипиди туалет. Ну, черно-белый экран. Я хочу найти выход. Поэтому я пойду из этого один место буду искать. О, к Мишке, не ходи! О, Фринс, это Мишка. Фринс Бибер, не надо. Спасибо. Опять кассета, опять-ка, посмотри, типа. Реклама. Посмотри, написано. Ну, пыльный, кстати. Мишка, пыль танцевать. Сейчас Мишка Фредди будет танцевать. О, видак, у меня почти такой же фон я был в детстве. Опять. Так. Привет всем. Я Кикен, иду к вам в прямом эфире. Мы хотим поиграть. Это как сама Аманда, да, там? Страшная Аманда, там есть какая-то. И там тебе нужны персонажи, арки, там, и, черт возьми, помните, что здесь аншлаг, это секрет, так что нет, не говорите своим родителям.
тихо, типа, не говорите, типа, родителям, посмотрите. Так, друзья, у нас будет в описании ссылочка на наш телеграм-канал. Обязательно подпишитесь на наш телеграм. Он что там? Хочет найти мед в банк, горшочка разбивать, что ли? Нет, 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 пора срисовать музыку. Играть! А, всем людьми убьем собачья. Какая собачья еда? И что, мне не забываешь, у меня своя очередь. Это дом сумасшедший какой-то, сумасшедший дом. Сейчас он ударит, по-моему, это вообще почканет его пацана. Типа быстрее, давай быстрее бегай. Током бьет, да? А если ты упадешь? А, издеваться над человеком. О, удар Чарли. Хочет спать. Ух ты, это... Кошмар, они с ним будут играть так? Он тебя заметил. Хм. Так, замедленно сюда, так бегать, прыгать. Будьте готов играть навсегда. Ты никогда не сможешь уйти. Как не сможешь уйти? И опять осмех. О, сломал табуретку. Вот додумался, сломал. О, но. О, нет, спасите. О, схватил, схватил. Братан, спаси меня, ты привык. Ага, помогу спросить. Ты просто скрик, ты просто кричишь. Вот так усердненько кричит. А, бежит меня спасать. О, что за черт? Ты поставил Флинду. Я хочу поиграть. Честер, Джесси, кто такой? Я... Нифига себе, медвежонок. Медвежонок Барни, да? А. Это останови его. Чувак, это спина парня, это нет. Спасите нас. Типа, чего ты обещаешься нас посетить в театре? Я же не послушный мальчики. Типа, не культура, общайся с ними. Мне жаль, Питти. Я прохожу поздороваться. Все в порядке, Андрей. Теперь все нормально, можешь идти. Можешь, типа, там идти и все остальное. Будильник. А, будильник говорит, пора спать. Будильник-то говорит, пора спать, друзья. Он говорит, давайте, пойди спать. Да, он должен... Честер, ты в порядке, чувак? Парень все прикасался ко мне. Он тебя не носил? Конечно, все. Я несколько камер. Давай подойдем к какому-нибудь уединенному месту. Я вообще хочу найти выход из этого места. О, закрой дверь, окей. Пойду с тобой, так и быть. Он странный. 13:00 ночи. Музыка? Музыка. Они там или телетраливали, это мы не проходили. Funny Playroom. Они играют? Под танчик играют? Ну, конечно, инструмент. Конечно, не играют. Танцевать все хотят. Пацаны, вам надо... Взять какой-нибудь предмет, выбить окна или дверь и выбежать. Нет, они будут ходить по этим. Они постоянно ходят. Ну ладно. Молодцы, пускай ходят. Кстати, прикольно, молодцы сняли, что так. Ты опять? Ты где кровать нашел? Там не было кровати. Откуда взял кровать? Окна есть, заблокируйте парень, опасно. Ты должен послушать меня, братан. Я буду стопать такую музыку, спокойно. О, они там зацуют. А, там нужно же прыгать же должны. Там же должен третий должен быть у них. Не должен быть кто-нибудь должен быть. Я найду выход из этой ситуации. Давай еще пойду найду. Мы. Давай мы, короче, поспим, короче, и все будет нормально. Братан, слушай, я устал, я хочу спать. Поспать. Немножко чуть-чуть поспать. Вот. Как он спит в чужом доме? Вопрос, как он лег в чужом? Ты же. Очкарик, ты же по. По-любому пойдешь опять. Опа. Он выключил свет. Немного спустя.
музыка опять играет. Прошло полтора часа. Эд уснул. Эд не мог спать, как обычно. Холлоуэй. Ой, Холлоуэй. Эвэвэнт. Угу. Как карте это получается? Амонгаса, да, такая? Пэйром. Слушай, они не устали играть, реально. Они там уже колбасятся полтора часа. Или два. Уже 2.5 часа, они все-таки играют музыку. Я бы сошел с ума с такой музыкой записывал. Слушал. Комната ночных пацанов. Ой, игровая комната. Хорошо. Фу, спасибо. Уже прошло 3 часа, они все там. А как долго мне собираться это делать? Да я откуда знаю, сколько нам. Они там все играют и играют. Опа. Пора играть. Так-то будильник, опа, они исчезли. О, нет. Okay. Давайте типа, поспим. Нет, пацаны, мне какой спать? В ванну. Ты чё? Куда? Зачем пошёл ты в ванну? Зачем ты пошёл в ванну? Вот для чего ты туда пошёл? Не ходи туда, говорю. Там будет тебе писец опять. И... Полотенце. О, скотч. Красный скотч или рука? Фан. Что? Мишаня, ты куда, пацан? Куда побежал? Честер, ты куда побежал? Еще немного спустя. Кажется, видать, тебе папа стан себе насрал, что пошли, ничего не сделал. И музыка на заднем фоне потакает. А где тут мне кровать-то будет делать? Где здесь кровать? Опа. Так, стоп, телевизор, аплодисменты, телевизор, подождите, какие аплодисменты? Опа. Это мишка там, ползает же. Игра в комнате ползает мишка. А где? А где остальные? А, он ползает, да? Они все, они ползают. А вон башка вытащила. А, вон башка вытащилась. И опять ушел башка. Один. Так, прошел час. Кстати, у них комары там летают. Видели, да, комары летают? Вот такие комары летают. А что, телек идет? Так, телек идет. А откуда делся? Куда опять медведь ушел? О, пить. А вот они вдвоем уже. И он какой-то злой. Так. А еще за комната. Так, стоп, новая комната появилась. Камера в новой комнате. Она здесь рядом. Рядом с их комнатой, нет? Опа, флешка. Что он там делает? Что он там делает? Так, и страшная музыка. А зеркало-то видели зеркало? Никто не обратил внимание, что там зеркало. Стояло зеркало. Играл в комнате, держит зеркало, он вас посмотреть будет. Нет, спасибо. Ты будешь это? Нет, спасибо. Так, топор. Опа. Он увидел камеру. Он поди сейчас уничтожит камеру. Нет. Ну да, он камеру уничтожил. Час прошел.
Ух ты. Когда мне все интересно, начнет уже. Сколько можно спать? СМС-ка. Думаю, пришел на мессенджер, на смс-ку. Кто ему отправил смс-ку? Что ты делаешь? Одна из них перестала работать. А, камера. Братан, нужно пойти проверить, что с ней случилось. Пойду ее отремонтирую. Да ты что, не хочешь туда возвращаться? Тебе тоже не следует, типа, короче. Нет, я пойду, подожди, сделаю все. Оставайся здесь, если хочешь, короче. Короче, очканавты остаются, к стопу пацаны идут. Короче, он пошел. Я не знаю, почему это делает, но он сейчас и погибнет. Так, ты пошел камеру смотреть, ага. Камера в этой комнате. Ты как запомню комнаты, что вот столько куча дверей, ты запомнишь? А справа-то посмотри, там что-нибудь есть. Так. Скорая помощь, мне. Паркер, ты где Паркер? Паркер, я за тобой иду. А чё, он не пошел? Ты снова поставил? Что это? Что за парк? Паркер, ты где? Не ходи туда, не открывай дверь. Паркер, да, так смеется Паркер. Ты что не запомнил? Как медведь смеется. Кто здесь? Где он? Так. Паровозик, Пити, полз, паровозик. Под кроватью? Сейчас такой. Я здесь. О, нашли, что девчонку здесь есть, нашли. А еще одна? Их две? Они нашли. А девчонок нашли, офигеть. Так, что это? Сэм, имена. Имена. Ох ты. Ого, господи. Сэм, Гринг, Честер. А, Честер, следующий, Чарли, по нему у тех. И у тебя есть вещи. Прекрати это. Он хочет в одежде. Честер, ты просто кричишь. Ага, еще один. Ты просто кричишь опять. Он в прошлый раз так просто кричал. Просто так кричал в прошлый раз. Он схватил его опять. О, да с ноги мочкани его. Помоги мне, help me там. Сейчас тебя спасу и... Игровая комната. Пойдем с мед, я не знаю. Пить это. Это же Пити. Сейчас мы здесь такой. А, Пити схватил его опять. Давай дальше играть. Ничего себе, вот это его кошмар. Это... А куда медведь делся реально? Медведь-то где? Ай, мой друган, иди сейчас хватайся, а? Я тебе помогу, друган. А то он быстро отбил его, нет? Да мочкани ты, чего их всех-то тащишь? Мочкани его с ноги. Куда ты его тащишь-то? Вот не русский, а? Так, он не русский, точно, он же этот, америкос. О, медведь. Фриндо, друг, пришел Фриндо. Петельника мочканите. Уходим. Вот по стене ударили, все. О, бежим. И куда они бегут? А, давай быстрее. А тут другая надо... Че, не паник? Пока они заблюдают назад. Что с тобой я пытался сделать? Я нашел людей. Пойду под кроватью. Нам стоит вернуться туда и поискать. Вызови 911 и все. Да. А вашей машины по-любому нет. Вашей машины уже нет. Он из Бектер, Систер, Мэнсит, Питхаус. Обращение, короче, следует. Систер, Мэнсит, Питхаус.
Блин, паразиты они. Петра позвонили, мы там так. Ага, понятно. Ребята, я что-то смотрели это видео, давайте попробуем разбить. Да ты что, издеваешься, чтобы продолжение... Из 100 тысяч человек хочешь, чтобы... Они хотят, чтобы мы продолжение здесь сняли, чтобы 100 тысяч лайков набили. И спасибо за подписчиков, говорит. Ну прикольно, блин, носы. Я хочу посмотреть продолжение. Вы найдете этих людей или не найдете этих людей? Как вы считаете? Я вот не знаю. Надеюсь, вы найдете этих людей. Ну так, следующие, друзья, видео мы посмотрим. Страшные фильмы. Отрывки страшных фильмов. Настоящих страшных фильмов со скримерами. А пока напишите комментарий, поставьте лайк, если вам понравилось это видео. Моя реакция от мистера Фоди. Всем спасибо, друзья. Спасибо за то, что посмотрели. Увидимся на канале мистера Фоди.